Непристойность. Эпиграф. Исторический переворот. Неприлично не сексуальное, а сентиментальное. Барт. Ты больше не хочешь читать мои стихи? Твоя душа устала быть живой, чувствительной и реагирующей. Ты устала испытывать нервную дрожь перед тем, как открыть и прочитать. Ведь там черный ящик, никогда не знаешь, что откуда оттуда выскочит. Или кто сидит там, сунешь руку. А вдруг? Ты знаешь, я сама часто не знаю, что там. И кто выпрыгнет в следующий момент. Быть живым и без кожи – это очень опасное путешествие. Какие-то потусторонние индейцы сняли сначала скальп, а потом и всю кожу с меня. Хорошо, что не убили. Кожа потихоньку нарастает, новая и свежая, как майская трава. А красная мышца качает и качает у всех на виду. Как это непристойно. Вот если бы я хотела лишь секса. Непристойность.